Вот это вчерашний вечерний улов. Тут есть и уху сварить, и пожарить. Горит основное пламя. Так, теперь вентилятор можно отсоединить, потому что жарить нужно на слабом огне. Вот так вот изгибается, и неудобно из-за этого жарить. Толстые вот эти вот
куски дольше всего прожаривается. Вот. Вообще я больше люблю вареную рыбу, чем жареную. В смысле, варить проще. Этот готов, этот тоже готов, вот толстый кусок надо еще прожаривать. Ну вот, местами аж подгорело немножко. Корочкой. Это же можно приступать. Так. А здесь пока чайку погреем. Сегодня ветрено. Сегодня я хочу пройти кусочек Винчи, потом Сайдам-озеро и там где-нибудь в Муром-озере на острове остановиться. Так что нужно подкрепиться, как говорится, хорошо. Сухая, сухие получились окуни. Вареные мне как-то больше нравятся. Ну а на десерт чай с печенькой. Ну а на десерт дозу в треть литра. Это не то, что там дома каждые 2-3 часа выпиваешь кружку чая. Здесь чай бывает всего 3 или 4 раза в день. О, солнышко выскакивает. Это хорошо. Опа. Ветер вроде как стихает. Это тоже хорошо. А печенька мне, вон какие, с крема. После Пай-озера начинается небольшой участок Вонги, порожистый.
маленькая простенькая шиверка или шиверка. Хорошо, что хоть что здесь ветра хоть встречного нету пока. Хотя вот здесь вот на встречной тоже будет. Ну вот открытое пространство, опять встречный ветер. Вот тут вот щука может быть, но у меня окуни с собой есть, а щуки мне что-то не хочется. Утята загорает на камушке. А там, где я говорил про щуку, как раз только камеру выключил, такое плеснуло, килограмма на два, наверное. Тоже щучье место. Могут быть здесь щуки. Могут и не быть. Тоже щучка. О, там что-то темное ползет. Опять быть дождю на сутки, а то и больше. Опять придется идти под дождем. Был мост. Давно жил. Да вон тучка ползет. Может, дождик будет. Так, а где-то там следом озера. Наверное, за поворотом влево. Thank you.
Что же это с этим озеро? Уже устал ждать. Кажется, гроза начинается. Вон она сверкает и грохочет. Надо вот куда-нибудь в этот лесочек забуриться, поставить тент и переждать грозу. А может, и ночевать придется здесь. Вот местечко есть. Тихое довольно должно быть. Я здесь и буду переждать. Потому что гроза — это дело долгое. Может быть, она не на один день. Так, сразу нужно куда-то палатку ставить. Наверное, там самое ровное место. Ничего подучего здесь не наблюдается. Вот, наверное, здесь вот поставлю. Или прямо здесь. Вот так вот натянуть тент над этим местом в первую очередь. А уже потом туда можно будет эту палатку поставить. Все остальное. Thank you.
Вот осталось растянуть еще крепче. И можно дожидаться дождика. Так, что получилось? Вот здесь места достаточно. Если придется здесь остаться, тут можно палатку поставить. Вот место не очень ровное, горбатое какое-то. Вот здесь вот. Ну, лечь вот так вот можно. Вот. Можно сесть и ждать дождя. Море погоды. Речки погоды. Хотя время только час. Но если дождик будет долгий, можно заодно и пообедать. Хоть уху сварить. Тут вот шишек для варки ухи достаточно. Надо еще немножко собрать тогда. Интересно, очень далеко от воды. Нашел вот такое сооружение. Ой! Что это было? Печку, что ли, здесь сделали? Вот так не доделать. Тут до воды-то, наверное, метров 200. Кому охота было сюда подниматься? Лес вообще здесь интересный такой вот. Типичный сосновый бор. Черничник или брусничник. Но выходить на открытую воду сейчас нет никакого резона. Сейчас гроза грохочет. Только непонятно, где она, эта гроза. В какую сторону она идет хоть? Может, она вся мимо пройдет? Сейчас подожду. Опа. Так, а здесь что? Ну вот, тоже камни явно не сами по себе легли. Вот такая заметная небольшая стеночка. Этот камень, наверное, свалился. Тоже кто-то прямо среди этого леса кострище делал. Странные эти существа, туристы. По себе знаю, странные. Так, а здесь что? Ну, возможно, это все естественное происхождение. Не исключено. Хотя вот тропа сюда почему-то ведет наверх. Ну, вроде ничего больше интересного нет. И гроза что-то стихает. Или мимо прошла. Ну, чтобы она вся мимо прошла. Без дождя, чтобы обойтись. Потому что мне сегодня еще нужно с Саидом озера пересечь. Там вроде ветер будет боковой, а это очень неудобно. Это даже хуже, чем встречный. Так, это вот мое временное убежище от дождя. Если он, конечно, будет. Ну,
Площадка здесь большая. Раз, два. Вот тут, наверное, одна палатка большая стояла. Здесь вот еще какие-то рытвины сделаны. Может, для отвода воды. И здесь могла палатка стоять. Вот так вот. Буду ждать. Так, кстати. Есть чеснок. Чуть он частично поклеванный, но съедобный. И заняться-то нечем больше. Остается только сидеть и ждать дождя. Вот что я подумал. Чтобы времени не тратить даром, сварю-ка я уху. Потому что скоро время обеденное. Часом раньше, часом позже. Вот. Рыба есть. Так, и водички. В другом месте наберу. Вот. Вот с этим вот водоносом поставлю здесь. У нас тут есть печка под дождичек. Дождичка с плечем. Так. Надо раскочегарить. Капать, капать начало. Так, растопка хвоей, пока она сухая. И шишками. Вообще-то хорошая смесь из шишек, щепок и хвои. Хвои.
Все. Вот. Начало ухе положено. Теперь остается только сесть рядышком, выбрасывать шишки, палочки. Видать, когда же как гроза. То ли она начнется, то ли она мимо пройдет. Чуть-чуть дождичек покрапал, и куда он дальше пошел. Как в ухе главная соль. Соль специально каменную взял. Так, время скоро 2 часа. Ну вот, до 3 часов я сварю, съем, потому что гроза уйдет. Вот и дождик начался. Хороший дождь. Вот, заодно пойдет в расход трофейный чеснок, который здесь обнаружился. Надо только почистить его, отрезать лишнее. Yeah.
стих слегка. Грозы не слыхать, вся вытохла, что ли. Чеснок этот кто-то поклевал. Однажды на Белом море, на острове Крестово, я нашел луку, наверное, килограмм полтора, и масло. Неплохой был подарок. Вообще люблю жареный лук. Вот, рыба уже сварилась. Можно еще раз вскипятить и добавить перчиков. Вот есть смесь перцев, дятлина. Не очень, конечно, хорошая для ухи. Тут всякие разные перцы. Но он тоже пойдет. Для ухи эта смесь кончилась. Соль это маловато. Опа. Ну вот, уха готова. А дождик еще не закончился. Так что торопиться некуда. Уха закончилась, и дождик тоже закончился. Так что ночевать здесь мне не придется. Сейчас скоро 3 часа. Обед закончился. Можно идти дальше. Наконец-то заканчивается Саидом озеро. Следующий там за поворотом Муром озеро будет. Ух, упарился я грести против течения, против ветра. А тут вот в затишке такая вот красота. Хорошо. Там, наверное, стоянка дальше есть на мысочке. Сейчас обогну, видно будет. Впервые обратил внимание на такие вот розовые водные цветы. Что-то раньше я их не видел. Не знаю, как они называются. Какие заросли. Вот и солнышко. Ну, дальше все равно ветер.
Придется опять грести против ветра, но за поворотом должен быть попутный. Какие заросли. Сплошные кувшинки, ни одной кубышки не видать. Такая вот стояночка есть на мысу. Довольно живописная, просторная, на песочке. Вот этот хранитель стоянки. Некто Мурам. Мурам или Мурам. Может быть, это просто герб мурманский. Вот такая вот большущая площадка. Можно в пляжный волейбол играть. Довольно популярны. Ну, тут все, кто идут из Сандозера, Муромозера, все мимо проходят. Кто-то остается ночевать. Вот стоянка. Там он тоже виднеется, типа стоянки. О, какая тропа набитая. Так. Это еще не все. Тут вот есть такое вот дерево тщеславия. Чего только здесь не налеплено. Давно висит. Новодвинск или ДПР. Какие-то письмена. Курск, 17-й год, о, свежий совсем. Брест, июнь 97-го, ба, сколько оно тут висит. Могилев, о, это все не перечислишь, что тут смотреть, он тульский пряник даже висит. Тульский. Ой, сколько тут всего, сколько. Ой, кто-то же туда залазил. Номера какие-то. Ой, кошмар. Ой, кошмар. А этот хранитель всего этого великолепия. Как зовут, не говорит. И нигде на нем не написано. Архангельск, Лобня,
Тверского ничего не видать. Какие-то вон промышленного изготовления чудеса есть. Тащили же с собой. Няндома, Архангельск. Ой. Кошмар, кошмар. Сколько здесь всех и всего поотметились. Укра. Днепр. Люди с хорошим почерком все это выписывали, вырезали. Минск, Могилев, Пермь, Пять Минск. Ой, а от речей что-то не видать. Никого. Что здесь? Какие-то записки. Пусть лежат. Песочные часы. Да, ну ладно. Ужас. Сколько вот всего. Сколько народа здесь бывает. Калининград. Вон кто-то тапок на самый верх. И еще клавиатуру припер. И еще желто-блакитный флаг. А там что висит? Ой, еще выше-то. Даже не разглядеть. Что-то из дерева такое резное. Винск какой-то. Северодвинск, что ли? Вот ребята залазят. Так, ну а мне пора дальше. На запад. В Муромозеро. Вон туда, где солнце слепит и ничего не видать. Надо найти какой-нибудь хороший островок для ночевки. Остров-крепость. Заградительный вал на нем. Красота. Ба, какие каменюки. Да, кроме каменюк-то тут-то ничего не помещается. Добрый вечер. Вы откуда? Из Твери. А мы из Тулы.
О, далековато вы. Да вы тоже не близко. Ну мы тут рядом, почти что Карелия. Один путешествуете, до Белого идете? До Чупы. Ну ладно, удачи. До Чупы? И вам удачи на воде.